Ви глядите програму «Новини тидня» на телеканалі «Білорусь-4». У студії працює Наталія Ігнатенко. І на протягу ближайших 20 хвилин 7 днів життя нашого регіону в очима кореспондентів інформаційної служби. Глядите у випуску. На Гомельщині підведені виніки сільськогосподарчого года. У Єльську пройшли обласні дожинки. Белорусский металлургический завод выпустить валютные облигации на 240,5 миллионов долларов. Чемпион света по велоспорте Василь Кириенко отказал на питание нашего корреспондента. Аграры Гомельщины подвели выники. На передодні дня работников сельской господарки и перепрацовывающей промысловости у Ельску прошли областные дожинки. Неглядячи на то, что собранный урожай оказался меньшим, чем плановалося, у целом работа вязковцев оценена как годная. На святе працовников вёски побывал Олег Сентиров. Тракторы и автомобили на областных дожинках у Ельску – это не просто техника, а подарунки переможцам. Неглядячи на проблемы, связанные пеш за все с несприятными климатичными умовами, у значной части господарок достигнуты недренные выники. 242 экипажа намолотили больше 1000 тонн сбожа. Сирот тысячников и амаль 300 водителей. Безумовные лидеры – экипаж Василя Коваля и Виталия Ильева за агрокомбинат Холмич Речицкого района. Зараз они подводят выники. Было не просто, але у целом все отрымалось. 16,5 тысяч намолотили общие, мы с своим экипажем 3,5 тысячи. Поэтому для этого года, я считаю, это вполне хорошее. Новый урожай представили на дожинку с химкермаши. Тут и бульба у мехах, и домашние нарыхтовки у слоиках. Плюс разностайные продукты харчевания, на кштат сала, колбасы и инших присмаков. Аграрный сектор головную задачу выконал. Харчовая безпека гарантована. У лечбовом выражении на кожного работника сельской господарки все это на Гомельщине уже реализована продукция на 9,5 миллионов рублей, супроть 6 у среднем по республике. Осенники, урожай 2015, капуста, морква, перец, цибуля, яблоки и самое главное, хлебный каравай, как символ богатия и добробыту. На дожинках у Ельску представники усіх районов в области по сутности все лето своей працы может гонориться кожный. Было не просто, а лишь не разгубились и працевали самоотданно, что, до речи, у вынику повысило еще и властную самооценку. Можем, коли необходимо. То мы что-то стоим, когда в любой обстановке, при любой погодных условиях, мы делаем дело, которое дает возможность коллективу жить и нормально работать. Мы не уменьшили производство, особенно животноводческой продукции, и думаем, начало 2016 года будем идти с приростом. Хоть дожинки – это свято не только работников сельскохозяйственных предприятий, але и у всех, кто связан с агропромысловым комплексом, вытворцов техники так само. Причем на одной линейце не только сучасные тракторы и комбайны, некоторые из яких, до речи, покуль еще проходят выпробование и існуют у одинковых экземплярах. Тут же сельскохозяйственная техника, на якой працавали несколько десятилетий тому, сегодня до ее можно относиться по-разному, але видовочно, что без достижений минулых поколений аграриев не было бы и сегодняшних успехов. Трактор Т-74 усяго было выраблено около 900 тысяч таких машин. Вот гэты, например, працавал у колгасе 21-й з'езд КПСС Речицкого района. Кажуть, что по своем часе это был вельми надежный трактор. Переможцев областных дожинок все лето вызначали по 4 номинациях. Лепшая по уборце збожжевых и зернебобовых, лепшая по нарыхтовце кормов, плюс 2 номинации по живелогадовле. Гомельский, Ветковский и Добрский районы. На жневе они были сапраўды лидерами. Напрягать никого не приходилось. Даже замечаний было очень мало по уборке. С раннего утра до позднего вечера комбайнеров невозможно было с поля выгнать. Даже если дождь шел, стояли, обсыхали комбайны, обсыхал жнево и опять шли на уборку. Лепшая господарка по уборце збожжевых – агрокомбинат Паўднёвы Гомельского района. Сярод комбайнеров Василь Коваль и Виталь Ильев за агрокомбината Холмич Речицкого района. Лепшая по нарыхтовце кормов працуют у Гомельском и Ветковском районах. Переймать передовый опыт працы у живёлагадоўлі теперь можно на Мазырщине. В этом году при всех климатических проблемах, которые мы сегодня имели, тем не менее 1,088,000 тонн мы получили. Если проанализировать работу вообще аграрного сектора в этом направлении и в этой пятилетке, то, конечно, приятно отметить, что область в целом в среднем имеет по 1,290,000 тонн ежегодно. Поэтому я думаю, что это для Гомельской области еще не предел, и мы с каждым годом должны и будем добавляться. Олег Сентиров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Ельска.
Тим часом головною діловою новиною минулого тижня у країні стало видання декрету президента номер 7 і номер 8, які повинні сприяти притягненню грошових сродків у банківські уклади, а так само створити додаткові умови для інвесторів. До речі, фінансові зміни відбудуться і у діяльності нескольких підприємств у Гомельській області. Подробязні про гета у нашій економічній рубриці. Белорусский металлургический завод выпустить валютные облигации на 240,5 миллионов долларов термином на 5 годов. Отповедный проект указа был представлен президенту Беларуси. Такая мера позволит достигнуть одразу нескольких метов, накированных на взмоснение финансово-экономичного стану предприемства. По-перше, облигации будут размещены в державных банках, что фактично дает терминовку по части кредитных выплат. По-другое, БМЗ отримает махчимость вызволить оборотные сродки. Эти гроши пойдут на дальнейшую модернизацию и развитие творчості. Кончатковая ж мета – отримання додаткового прибытку, и коли она будет выполнена, завод зможе выкупить власные облигации. При этом банки у проигрышу не застануться. Доходность по облигациях планируется до 8,5% годовых. Промысловый гигант, яким является БМЗ, завсёды твердо стоял на ногах и не имел потребу особливой допомозе. Негативный уплыв оказало падение попыту и, отповедно, цен на металл во всем свете. Про это керовник заводу казал по часу встречи с президентом. Погружает оставаться сложной ситуации на рынках. Темпы роста экспорта они не остановились. Уровень в натуральном выражении составляет 111,3% за 10 месяцев 2015 года к 10 месяцам 2014. Мы сохранились на всех рынках, которые были. То есть продолжаем свое наращивание поставок в Европейский Союз. Не глядя на все складанности, предприемство протягивает модернизацию. В умовах жесткой конкуренции это не роскошь, а один из способов утримливать позиции на сусветном рынке. Наглядный приклад такого подхода – недавно введенную эксплуатацию сортопрокатный цех, який пересягнул межу 100 тысяч тонн выпуску запотребованной металлопродукции. Сумнение у тем, что капиталоукладание с часом окупятся, не возникает и теперь. Тем не менее, перед заводом поставлены шерох умов. Сярод головных – скорочение выдатков и снижение себе кошту продукции. Механизм по отрывки флагмана белорусской металлургии распрацовывался больше за месяц. За основу взяты уже напрацаванный опыт. Облигационные займы такие были, значит, по тракторному заводу, да, по Гомсельмашу и так далее. Эти указы уже работают, и это позволяет, сказать, вот, позволило уже, правильно сказать, поправить существенную ситуацию финансово-экономическую на этих предприятиях и так далее. Эти предприятия заканчивают этот год, ну, в частности, МТЗ с приличной рентабельностью, с ожидаемыми показателями. Мы выстраиваем планы на следующий, на 2016 год, и мы надеемся, что в следующий год для этих предприятий, в целом для нашего Минпрома, будут гораздо более удачными и результативными. Комплекс мер по поляпшению финансово-господарчего стану распрацаваны и на предприемстве «Гомель-Шпалеры», якое наведал старшиня Гомельского облвыконкама Владимир Дворник. Губернатор ознайомился с вытворчим процессом, а так само доведался об становище на предприемстве. Его, как и многие иншие, не обошли проблемы, характерные для бягучего периода в экономице. Однако, по словам представнику администрации, ситуация на предприемстве стабилизуется. Совместно с партнером по холдингу «Белорусский шпалер» Добрусской фабрика Еропрацы наладжена выпуск паперы для уласных потреб. При больше высокой якости ее выпуск отрымливается тоннейшим, что сприяет вырашению нескольких ключевых задач. У нас основная задача – это снижение себестоимости продукции. В рамках снижения себестоимости были разработаны комплексные программы по, в том числе, импортозамещению. То есть мы планируем производство собственной краски ПВХ. До этого она закупалась в Европе и в Российской Федерации. Теперь мы планируем ее делать сами и уже с Украиной подписываем договор о сотрудничестве, в рамках которого нам будет оказана помощь в становлении данного производства и выпуска первых 10 тонн такой же краски. Больше за 70% продукции предприятия реализуется на экспорт. Ведется праца и по индивидуальных заказах. До прикладу, зараз выполняется контракт по вырабе настенного покрытия под офарбовку для клиентов с Франции. Приймаются меры по вертанию на рынок Украины. Недавно подписан договор о поставках эксклюзивной продукции. Это коли заказчик пропонует уластный малюнок, за яким выпускается портэ шпалер у потребном объеме. Можно не сомневаться, таких больше не будет ни у кого. После огляду цеху керавник региона сустрелся с працоўным коллективом. Подчас размовы сярод іншага ён позначил роль органа улады в оказании допомоги промысловым предприемствам. Стараемся сегодня все наши
предприятий разгрузить от непрофильных их активов, помочь им для того, чтобы освободить и дать возможность, чтобы они работали только на выпуск продукции и конкурентоспособной продукции. Увы, конечно, мы сегодня находим это, ну, практически на каждом предприятии, еще есть над чем работать. А зараз загляд найбольш яскравых культурных падзей Гомельшчыны. На гэтым тыдні адзначалася 95-годзе з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Андрэя Макаёнка. Адметнымі падзеямі таксама сталі паказ фільма ўдзельніка 22-го мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад. Краіна Оз» і онлайн-трансляцыя ў кінатэатры спектаклю «Гамлет» з Бенедыктам Камбербэтчам у галоўнай ролі. Падрабязнасці ў Веранікі Варашылінай. Вострасюжетные блокбастеры, оповедания и компьютерные гульни, которые переносят нас в будущее. Что только не выдумляют их авторы, как знайти своего массового прихильника. Гомельская центральная городская библиотека имя Герцена так само вырашила удивить своих наведвальников. Ее супрацовники распрацовали захопляльный литературный квест «Антоутопию», который переносит удельников на 1000 годов наперед. Участка ли на планете Земля отбылася техногенная катастрофа. Гэта незвычайны забаўляльна-адукацыйны праект «Прыгодніцкая гульня», асноўная задача ўдзельнікаў якой – знайсці выхад з закрытага памяшкання. У будынку бібліятэкі размешчаны 9 лакацый, у кожнай свае ўнікальныя заданні. На ўсё пра ўсё камандзе з 2-4 чалавек даецца 1 гадзіна. Удзельнікам квэста павінна быць не менш за 14 гадоў. А каб здабыць свабоду і паспяхова тэлепартавацца з будучыні ў наш час, ім спатрэбіцца кемлівасць, аператыўнасць і ўменне працаваць у камандзе. Тым же, кто не готовы до активных рухомых гульняв, библиотека пропонует выставу пейзажных работ выкладчика у Гомельского державного мастацкого колледжа «Прыгажосць родной природы». У экспозиции представлено несколько десятков картин с маляўнічымі краявидами белорусской земли. Тут же можно отримать асалоду от выставы Алены Китаевой «Выдатная побач». Таленавитый гомельский автор представила пейзажные фотокартины, которые адлюстровывают архитектурные збудаванні, жывёл, насякомых, людей, не порушаючи при этом спрадвечной природной прыгажости. Главная идея выставы – показать глядачу, что в житті выдатная завсёды побач с нами, только треба гэта здолить разглядеть. На гэтым тыдні исполнилось 95 годов с дня нараджэння народного письменника Беларуси, ураджэнца Гомельской области Андрея Макаёнка. Драматург и сценарист, он покинул значный отбиток у советской литературы. С нагоды юбилея Гомельское областное отделение Союза письменников Беларуси обвестило у регионе проведение года Макаёнка. На практике это будут встречи письменников с читачами у городах и вёсках, что повинно обновить интерес до творов автора. Человек, который столько сделал для литературы, достойный того, как его памятали. А театралов Гомельшчыны на гэтым тыдні аб'яднала онлайн-трансляцыя спектакля «Гамлет» у кінатэатры «Мір». Перад яе пачаткам тут разгарнуўся восеньскі баль, прысвечаны эпосе вялікага англійскага драматурга і паэта Уільяма Шэкспіра. Прыгожыя гукі скрыпкі і флейты, зачаравальныя сярэднявечныя танцы, каларытныя касцюмы і вобразы. Арганізатары мерапрыемства прадставілі гістарычную рэканструкцыю таго часу, у якім сусветна вядомы аўтар жыў і ўвасабляў у жыццё свае геніяльныя творчыя ідэі. Онлайн-трансляцыя спектакля «Гамлет» стала феерычнай кульмінацыі мерапрыемства. Галоўную ролю ў ім сыграў вядомы англійскі акцёр, намінант на прэмію «Оскар» Бенедыкт Камбербэтч. Прэм'ера інтэрпрэтацыі класічнай п'есы «Гамлет» у пастаноўцы рэжысёра Лінцы Тёрнер у лондонскім тэатры «Барбікан» адбылася ў жніўні. Выхад Бенедыкта Камбербэтча ў вобразе прынца дацкага выклікаў вялікі рэзананс, а сам спектакль стаў самым паспяховым праектам тэатра за ўсю яго гісторыю. Тым часам у кінатэатры Калініна адбыўся паказ фільму ўдзельніка асноўнай конкурснай праграмы 22-го Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад. Краіна Оз». Прадставіць яго ў горад над Сожам прыехалі стваральнікі камедыі. «Краіна Оз» – гэта вясёлая гісторыя пра тое, якія цуды, феерычныя сустрэчы і неверагодныя прыгоды могуць адбыцца з правінцыяльнай дзяўчынай у навагоднюю ноч. Сюжэт фільма не мудрагелісты, ён напоўнены жартоўнымі момантамі і цікавымі жыццёвымі сітуацыямі. Наступны тыдзень таксама абяцае быць не менш цікавым і насычаным. У палацы Румянцевых і Паскевічаў аматараў класікі чакае канцэрт «Музыка французскіх імпрэсіяністаў». У выкананні скрыпкі і фартэпіяна лаўрэатаў міжнародных конкурсаў Ксеніі Бельцюковай і Марыны Рамейка жыхары і госці абласнога цэнтра пачуюць лепшыя музычныя творы французскіх кампазітараў Клода Дебюсі, Марыса Равеля і Сезара Франка. А тым часам у Гомельскім абласным драматычным тэатры адбудзецца вечар Святланы Яфімавай, прысвечаны 20-годзю творчай дзейнасці актрысы. У праграме дэкламаванне вершаў, выкананне песень і размова артысткі з гледачамі. Сачыце за нашымі выпускамі, каб не прапусціць усе самае каларытнае і запамінальнае, што адбываецца ў культурным жыцці Гомельшчыны.
Минулый сезон для велогонщика з Речицы Василя Кириенки склався вельми удало. На чемпионате света у американском Ричмонде на шаши он выиграл гонку с раздельным стартом. У этой же дисциплине он стал первым на престижной шматдзёнцы Джира де Италия и на первых европейских гульнях у Баку. Наш корреспондент Максим Савин встретился с Василем Кириенком. Размова шла не только об спорте. Вы стали чемпионом мира, выиграли первые европейские игры, еще несколько крупных стартов. Как вы сами оцениваете прошедший сезон для себя? В целом сезон могу назвать удачным для себя, положительным. На самом деле в начале года я даже не предполагал о таких результатах. То есть я мысленно к ним старался, шел. Но задай мне такую задачу в начале года, естественно, я бы на 100% выполнить ее, наверняка бы не поверил бы в это вообще. Но следующий год олимпийский, лицензия у вас уже в кармане после выигрыша чемпионата мира. Как это скажется на вашей подготовке к следующему сезону? Я пока особо не думал об этом. Читаю в новостях, что мои товарищи по команде, то есть они для меня будут соперниками, там они уже проехали в Рио-де-Жанейро, провели некую ревизию дистанции, видел фотографии там, прям с дистанции, тренировки. Вот. На сегодняшний день я нахожусь еще в режиме отдыха и стараюсь не стрессовать по этому поводу. Часто ли вам приходится вне тренировок ездить на велосипеде? Вне тренировок? Я бы не сказал, что это часто. Поскольку тренировочный день, наверное, у меня длится довольно долго, да, у нас тренировки по продолжительности около 4-5 часов. Прибывая в Испании, в центр города, в последнее время стал чаще ездить на велосипеде, потому как не нужно парковать автомобиль. У меня там громоздкий автомобиль сейчас, и сложновато запарковать его в центре города. Вот, в том числе на подземных парковках. И я вот использую велосипед. Он, конечно, там с электрический, гибридный такой велосипед. Связано с тем, что там еще ехать. Это исторический центр, он находится на возвышении. Да, и мне уже после тренировки иногда неохота напрягаться. Вот. А также я несколько раз в году бывало выезжал с детьми покататься на велосипеде. На BMX я выезжал конкретно. А можно ли вот этот велобум, который сейчас в Беларуси идет, использовать в целях развития велоспорта в стране, популяризации его, с вашей точки зрения? Вообще, для популяризации конкретно как здорового образа жизни, так же и езды на велосипеде, занимаемся непременно мы, да, спортсмены. То есть спорт высших достижений, он-то, в общем-то, и способствует популяризации. То есть люди все больше интересуются, велоспортом. Вот, и присаживаются, наверное, на велосипеды. Как-то использовать, я думаю, просто это дорогостоящее, конечно, мероприятие, но я думаю, если бы появлялось все больше, поскольку у нас дорога закрыта для передвижения, то, наверное, тогда нужно строить велодорожки специализированные для передвижения на велосипеде. Я думаю, их появление могло бы именно способствовать, да, увеличению людей, передвигающихся на этом транспорте. Я думаю, что в будущем люди, может быть, больше людей сядет на велосипеды, потому как немножко накатались уже на автомобилях, да, уже, в принципе, не так престижно это ездить на автомобиле. И многие люди понимают о пользе здорового образа жизни, в том числе нужно больше двигаться, да. Вот они, сердечно-сосудистые заболевания, вот их прямая профилактика. Ваши дети не собираются пойти по вашим стопам? У меня две дочки, которым я бы не рекомендовал заниматься этим. То есть, для общего развития, я думаю,
Я бы им разрешил в нормальной экипировке погонять на BMX, да. То есть это для общего развития. А сын на вопрос, кем ты хочешь стать, ну вот он меня отвечает, да, я хочу стать гонщиком. И единственное, я не могу сказать на данный момент, кем он может стать. На самом деле я бы не поставил все на то, что он станет, ну, профессиональным спортсменом высокого класса. То есть это, ну, не обязательно у всех получается, в общем-то так. Но, в общем, у меня дети, они очень дружат, да, с велосипедом, и у всех есть, ну, еще у маленькой нет, она еще не передвигается на велосипеде. Да. Спасибо вам большое за интервью, было очень приятно с вами пообщаться. И об спорте. У наступную неделю футбольный клуб «Гомель» завершает сезон. Зелено-белые проведут другий матч 1/8 финала Кубка Беларуси супрать Слуцка. Гульня пройдет на поле соперника. Об інших спортивных подеях наступного тыдня расскажет Максим Савин. У чемпионате Беларуси по хоккею в экстрализе подходит до закончения первая стадия первого этапа. Команды из Гомельской области поедут в гости в Могилевский регион. У четверг 19 листопада Гомель сгуляет с Бобруйским «Динамо» у 20, а Жлобинский «Металлург» с Могилевым. У субботу команды обменяются соперниками. Гандбольный клуб «Гомель» на наступном тыдне у чемпионате краины сярод мужчинских команд проведет одну гульню супрать Могилевского «Машеки». Жаночая команда гандбольного клуба «Гомель» у наступные 7 дён не гуляет. У 11-м туре мини-футбольного чемпионата гомельские аматоры убачат черговое дерби. Агрокомбинат «Паудневый» будет принимать БЧ. ВРЗ чекает у гости Могилевский «Форте». Светлогорский ЦКК поедет в Минск, где сгуляет с «Мопидом». Баскетбольная команда «Гацар Сош» на наступном тыдні проведе на своей пляцовце два матча в рамках чемпионата Украины сярод мужчинских команд. У авторок у Гомель приедет Гродинское принемание, а у пятницу – Витебск. Гомельские девчата отправятся на выезд. В неделю у Минску Гомель Сош сгуляя с дублем «Горизонта». Одразу два буйные споборництвы по кіокушинкан карате пройдут у Гомелі у суботу 21 листопада у палаце гульнявых видов спорту. Молодь будет выявлять мацнейших на турниры «Сакура» над Сожем. Дорослые поспрачаются за узнагороды Кубка Гомеля. Оба турниры мают богатую историю, якая наличвая больше за 20 годов. И збирают мацнейших каратистов с Беларуси, России, Украины и інших краин. Сярод удельников – переможцы и призеры першинства Европы и свету. Сёлетние турниры сберут больше за 200 удельников. У программе «Кумите» – это схватки, а так само тамишивары – разбивание твердых предметов частками тела. Гомельские каратисты серьезно подрихтовались до турниров и различиваются на медали. Турнир, я говорю, один из самых престижных. Нам приезжали неоднократные чемпионы мира – это россияне и болгары. Да? Очень сильные составы привозили. В этом году состав тоже будет хороший. Да? Где-то мы в каких-то весах будем учиться, это несомненно, да, но где-то и поборемся на рамках за призовые места. Вы глядели программу «Новини тыдня» телерадиокомпании «Гомель». У студии працювала Наталья Ігнатенко. Я и мои коллеги желаем вам доброго вечера. До новых встреч в эфире.